народу Украины и, естественно, крымским татарам победы, успехов, свершений. Чтобы, правда, не было войны, и отдать можете привет, красный привет. Целостность Украины, говорят. Ну, правильно. Целостность Украины. И много, везде, где бы я ни писал, я вижу, что крымский татарский народ, интересы или там наши трагедии, они в другом месте говорят. А тут после выведения войск, это дипломаты такая, действительно, вот, дипломаты, направленные на отстаивание интересов страны, в середине которого находится. Это непростой вопрос. Вот мы понадобились теперь, когда вот, журналисты, ученые, гуманитарии. Еще на том фоне, что экономический кризис, бюджет напрягается, сейчас надо содержать, много чего содержать. Это непростой. Я хотел бы, чтобы сильные руководители, крутые менеджеры и талантливые олигархи наконец повернулись на эти бумажные цены. Запахли порохом. Вот, оказывается, кровушка-то неохота, тем более среди братьев. Вот если сейчас, скажем, действовать от имени крымско-татарского народа, то в этом отношении в вопросе о восстановлении справедливости по отношению к ним не может возразить также и Киев. Это общепринятое право. А вот когда мы говорим только об интересах русскоязычного населения, в защиту их выступаем, это не воспринимается. Не воспринимается. И украинцами же тут тоже. Вот, наверное, сегодня кто-то видел в «Звезде Поволжья» Максим Шевченко статью написал. Да. Это ведь приведет к тому, что окончательный разрыв между русскими и украинцами. Это ведь народы самые близкие друг к другу. Если вот это произойдет, то это трагедия будет и для украинского народа, и для русского народа. Поэтому, конечно, должна быть так или иначе достигнута договоренность между Киевом и Москвой с тем, чтобы вот решить вопрос о Крыме совместными усилиями. Афу итегіз, сөзегізіні білем. Мені сізден кенгаш сұрайлар мы қазір елі жетекшілері, республика жетекшілері? Менден кенгаш сұрау. Оның ең біріншісі, Россия һәм Украина мүнәсәбәттәре сақланып қалды. Екіншісі, Рус һәм Украина халқының дуслығы бұзылмау. Әдем балалары бір-бірсізден янәше яшын. Рус мы, татар мы, украин мы, алар, мене бу күннер біте, ертегі алар, тұрмышларым девам етеді. Хәм шул девам еткен шағында алар бір-бірсінің көзіне тұры-тұрардай рәуіште болады. Мене шуның үшін, мене шушы принциплар менімше тантан айтылған. Қазір енді Менжеме Шаймиевта құшылды бұл мәселеге. Алар оңай хәл итерлер мекен? Алар қырым мәнфәғәтлерін, яры алар татар мәнфәғәтлерінде, Русия мәнфәғәтлерінде біле тұрғандардыр. Әміне алар қырым татарларының мәнфәғәтлерін біле алар мекен? Алар біледі, білгіні, ол бет білгіні, аларының мәнфәғәтлері қашан бұзылды. Сталин, оның бар республикаларын жоқ етіп, өздерін сүрді. Әм бүгінгі күні олардың жерлерді қайтару проблемасы, олардың құқықларын толысы білен тану проблемасы, тілерінің дәулеті рәуішті аяққа басуы, әм мұнен шы проблемалар алып бәрмесі де білгенін біз сәттілер үшін. Олар аны алғасын әлер бүгінгі күні. Алар Русия есімінден айтылар мекен, Татарстан есімінден кіре мекен? Алар бүмім татар принципінден шығып кетелі. Бүмім татар. Бұның ішінде Татарстан бара, Татарстанның президенті бара, Татарстан вәкілдері бара. Бұның ішінде. Әмінді мұнда Россияның мәнфәғәтлерін шулай ұқ, нендейдер әуіште тәңгенәштіру торында сөйлі. Әміне ғәскер кірп. Кен битінде ялғышмасақ Россия оланы жоқ деп айтпай, әйе деп айтпай. Сіз мұның турында мәлімет бар ма сізде? Әскер бит бар енді. Ол әскер бар енді битінде. Әскер бар енді. Оларды шығармадылар. Сол бір бәлкі кімдердір әлі істергендір де міне Кубан қазақтары келіп тұрдылар. Олар енді әскер істеді ғой.
Чын негизде алар албетте харбидер. Алар ми кымаша уламас мекен соң мына айык акыл белән шитергә. Әйтәләр бит күпмедер гаскерләр тәэсирендә эш алып баралар. Референдум арт тизләттерелде. 30 мартка куелган, хәзер 16 мартта булачак бит инде Кырым референдумы. Әлбәттә ошо турышлар бар. Иртәгә нәрсә булачагын белмәдем. Һәм шунлыктан менә бүгенге көндә мин бу ошо кирәк түгел дип саныйм. Ошо кирәк түгел. Иң башта әлбәттә аңлашу. Аңлашу монда Киев хакимиятендә инкар итәргә ярамый бар. Ошоймыз, ошоймыз бар бүгенге көндә. Аны белән санашырга кирәк. Аны көнбатышта аны һәм без инде ул кадәр ушатып бетермәсәк тә аны, ләкин аның барлыгыннан эш итеп, башка сөйләшердәй хакимият юк икәнлегенә чыгыш бирә тиешбез.